На фигурное катание мы пришли в 4 года. Мы решили отдать ее. Она родилась в 2007 году, когда стартовал проект «Ледниковый период». Мы всей семьей с удовольствием смотрели и болели, и были восхищены данным проектом. За время, пока росла Соня, мы успели влюбиться в этот проект и решили отдать свою дочку на фигурное катание. Я знала этот проект, мне он очень нравился, я хотела всегда на него попасть, ну, когда вырасту. Я считаю, что ледниковый период дети, безусловно, поможет маленьким спортсменам развиваться в этом виде спорта, поможет приобрести новые эмоции, приобрести что-то новое в своем катании. Вот, я считаю этот проект замечательным, и я очень рада, что моя дочь участвует в этом проекте. Я считаю, что это очень многое даст для дальнейшего профессионального роста.